Создать семью со звездой вполне реально. Мы докажем это на примере фанатов, которые смогли затащить в ЗАГС своих кумиров. В 1994 году голливудский актер Патрик Демпси записался на стрижку к своей фанатке Джиллиане Финк. Девушка не поверила в это, решив, что коллеги просто пошутили над ней, зная о ее любви к актеру. Завязался роман, а в 1999 году они сыграли свадьбу. Певец Кайметов живет с дочерью своей поклонницы. Гражданская супруга певца выросла на песнях музыканта, потому что их постоянно слушала мать. Спустя годы пара встретилась в отеле. Так закрутился роман, и разница в 22 года для пары не имеет значения. В 16 лет Келли Престон стала фанаткой Джона Траволты. Она предпринимала множество попыток увидеться с кумиром, но все было безуспешно. Счастливый случай подвернулся ей на кастинге фильма «Эксперт», где и закрутился роман пары. В 1991 году, через два года после знакомства, состоялась свадьба. Бывший участник группы «На-на» Владимир Левкин женился на обычной девушке из провинции, которая была его поклонницей. В момент знакомства девушка была обручена с другим, но решила бросить парня ради исполнения мечты. Знакомство пары произошло на встрече с фанатами. В 2005 году Николас Кейдж познакомился с официанткой. Роман пары развивался со стремительной скоростью. Вскоре Элис Ким появилась с актером на красной дорожке. Позже они расписались, и у них родился ребенок. Сейчас пара уже разведена. Энн Хэтэуэй познакомилась с поклонником на вечеринке. Со временем ювелир Адам Шульман смог завоевать сердце актрисы. В 2012 году пара поженилась и воспитывает сына. В 2016 году после скандального развода Марат Башаров заявил, что женится на своей поклоннице Елизавете Шевырковой. Летом этого же года у них родился сын Марсель, а чуть позже они поженились. Примечательно, что история знакомства пары довольно банальна. Шевыркова решила написать своему кумиру в соцсети, не надеясь на ответ, но тот ответил. А с кем из знаменитостей вы бы хотели создать семью? Делитесь в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Впереди вас ждет много интересного.